Вот такой интересный Каракас, мегаполис. Шумно, как и в любых других мегаполисах, но достаточно, в принципе, интересный. Видите вот эту рожу? Кого-то она напоминает. Да-да, именно его. Вот его она и напоминает. Ну, в общем, Венесуэла своеобразна. Она очень своеобразна, она необычна, может потрепать нервы. Но в целом достаточно комфортно. Люди не избалованы ничем, живут своей размеренной жизнью при социализме и, наверное, тоже о чем-то мечтают, о светлом будущем. Наверное, чтобы коммунизм на земле победил. Честно говоря, я бы такой жизни не хотел. Да, они счастливы по-своему, но я бы такой жизни не хотел. Тем более, что я уже столько проехал. И есть с чем сравнивать. Есть с чем сравнивать. Но они счастливы, дай бог. Вот многие блогеры специально, наверное, шороху наводят. Они это часто делают для того, чтобы собрать больше подписчиков, что ли. Я не знаю, зачем они это делают. Ну вот, можем зайти в обычный магазин. Посмотрите, что ассортимент, в принципе, нормальный в магазине. Не так, как многие показывают, что якобы в магазинах пустые прилавки. Нет, это не так. Все нормально. Давайте зайдем. Ну вот, это такой вот небольшой магазин. Сами видите. И масло всякое разное. Томаты, колбасы, кетчупы, кофе, чай. Как бы все есть. Напитки разные. Пиво. Ну, здесь вот имеется химические всякие продукты. А тут все есть. Ну вот, вкратце показал, рассказал. И так, в принципе, в любой магазин можно зайти. Все есть. Другое дело, если у людей достаточно денег, чтобы все это покупать. Ну, раз армяне живут, значит, не все так плохо. Иначе бы, наверное, они удрали бы отсюда. И живут они тут уже больше 100 лет, со времен геноцида. Это церковь своя, культурный центр. Так что, в принципе, в этом отношении все нормально. Года 3 назад, наверняка вы помните, что в Венесуэле прошла такая попытка переворота. Население хотело скинуть с поста главы государства Мадуро, ближайшего соратника Уго Чавеса, но не получилось. И армяне Венесуэлы тоже разделились на два лагеря. Одни были за Мадуро, другие были против. Те, что за, мотивировали это тем, что, видите ли, все-таки правительство Чавеса в 2004 году признало геноцид армян, и нужно быть благодарным этому правительству. Ну, вот такие вот армяне, что уж сделаешь. И после признания геноцида армян здесь возник вот такой вот любопытный монумент. Обратите внимание, очень похож на то, что называется Цицерна Кабердом в Ереване.
ну, скажем так, мини-копия Цицерна-Кабердо находится здесь, в Каракасе, в Венесуэле. Вокруг, сейчас я вам ближе покажу. Вот, вокруг здесь такое образовалось озеро. Сейчас оно запущенное. Ну, не совсем озеро. Здесь работает фонтан в определенные дни. Но, видимо, здесь воду давно не чистили. Но, тем не менее, оно есть. Фонтан работает. И каждое 24 апреля, значит, этот фонтан включается. Здесь также надпись. Вот она. Что монумент посвящен геноциду армян 1915 года. Вот такой вот монумент. Он еще чем-то напоминает тот, что находится в Марселе. Но в Марселе и того меньше этого. И, скажем, вот то, что в Цицерна-Кабердо, у него есть как бы две копии, две мини-версии. Одна здесь в Каракасе, а другая в Марселе. Ну, то, что в Марселе, вы можете посмотреть в моем сюжете о Марселе, когда я побывал в этом городе. Кстати, недалеко здесь и отель Евробилдинг. Это самый дорогой отель пятизвездочный в Каракасе. Впрочем, здесь проводят свои конференции главы латиноамериканских государств, когда приезжают в столицу Венесуэлы. Ну, это такой самый продвинутый, самый дорогой отель. Принадлежит он Маркосу Зарикяну. Впрочем, здесь армяне, ну, почти все достаточно состоятельные люди, потому что перебрались они сюда еще в 30-х годах. Кто-то из Ближнего Востока, кто-то из... Большинство, кстати говоря, даже не из Ближнего Востока, а из стран Южной Америки. Аргентины, Бразилии, Уругвая, Чили. Приехали сюда за длинным рублем, то есть за нефтью. Поэтому многие армяне здесь нефтепромышленники. Кстати говоря, я не знаю, чем они сейчас, эти нефтепромышленники, промышляют, учитывая, что Венесуэла под санкциями. Но вот как бы работают, живут, наверное, торгуют нефтью с теми странами, с которыми можно торговать. Ну, например, наверное, с Белоруссией. Вот, что тут скажешь. А также есть и, помимо нефтепромышленников, вот я вам показал, и владелец отеля, другими отелями владеют нынешние армяне. Грубо говоря, цифра такая. Их здесь где-то около 4000 человек, армян. Продолжают здесь жить. Здесь очень сильная молодежная, кстати говоря, организация. Есть даже союз женщин. Есть союз дашнаков и гончаков. То есть все очень серьезно. Не просто так. Вот вам и Венесуэла. Вот вам и Венесуэла. Ведь сюда нога человека нашего редко очень попадает. Ну, попадает где-нибудь, может быть, в Аргентине, может быть, в Бразилии, в Уругвае попадает. Но в Венесуэлу мало кто заезжает. И это очень плохо. Я думаю, что Венесуэла заслуживает большего, особенно Каракас. Это очень красивый, очень интересный такой мегаполис. И я советую все-таки сюда приехать, если вы будете в какой-нибудь из стран Южной Америки. Ну, а сейчас я попробую поехать в нашу церковь. Она была открыта в 80-х годах. Она здесь есть, церковь имени святого Григория Просветителя. Сурб Григор Лусаворич. Это находится в часе езды отсюда, там же и армянский культурный центр. Я не знаю, будет ли он сейчас открыт, армянский культурный центр, да и сама церковь, но попробую съездить. Вот, со своим водителем Хосе, познакомьтесь. Хосе. Едем сейчас уже в армянский центр. Хосе мне очень сильно помогает здесь, развозит. Я с ним познакомился в аэропорту Каракаса. Очень хороший, приятный, молодой человек. Так что все у меня тут прекрасно, все у меня тут замечательно. Хосе мне в помощь. Аюда? Аюда, муча. Муча аюда, си.
Ну вот, вперед, в центр, посмотрим, что там. Ну вот, я добрался до армянской церкви. Сейчас войдем туда. Вот здесь написано, значит, об этой церкви. Ну, я вам уже сказал, что это церковь святого Григория. Вот сейчас пойдем дальше, посмотрим. Кстати, батюшка тут очень молодой, я удивился. Очень редко мне попадаются молодые батюшки. Вот он бежит. Он сказал, что... Ну, вы поняли, что он сказал. Сейчас зайду я вот в храм, он включил свет. Смотрите, как красиво. Какая красота. Какая красота. Очень красиво. Такое эхо. Храм вроде бы небольшой, но в то же время такое эхо. И посмотрите на потолок. Очень круто. Ուրեմն այս եկեղեցին կառուցված է 1987-ին, 35 տարվա եկեղեցի է, բայց սրանից առաջ նաև կար այսպես ասած մատուր, որը ավելի հին ժողովրդի համար կառուցված էր, պարզապես որպես պատարակներ կատարվեն այնտեղ, բայց այս եկեղեցին ինքը շատ ավելի արդիական միջոցներով կառուցված է և զուտ հայկական եկեղեցի։ Вот на выходе из храма здесь хачкар установлен. На сбор армян Венесуэлы установлен этот хачкар. Ну, дальше посмотрим. Вот здесь вот находится культурный центр. Кстати говоря, я так понял, что семья Зарикянов тут очень большая, потому что человек, с кем я связался, и тот человек, что хозяин отеля, который я вам показывал, Марко Зарикян, а тут вот Григор Газарян и Эстебан Зарикян. Я так понимаю, что это из той же семьи люди. Ну, как я говорил, достаточно такие состоятельные. Так, что у нас здесь? Здесь у нас такой... Ну, тут уже границы церкви. Там садик, но это с другой стороны вход. Да, вот посмотрите еще раз. Слушайте, церковь хоть и современная, но она выполнена из такого камня, как прям старинное такое. Como antigua. Это прям такой вот старинный такой камень. Давайте сейчас пойдем с другой стороны еще посмотрим. Кстати, посольства армянского в Венесуэле нет. Но, как мы знаем, там, где нет армянского посольства, всегда есть армяне, которые заменяют посольство. Наша церковь, которая заменяет посольство. То есть посольство, хоть и не государственно, не на государственном уровне, но оно есть.
Честно говоря, когда я собирался в Каракас, я не ожидал, что это такой красивый, вполне современный город, абсолютно не уступающий ни в чем другим городам. Ну да, социализм, но все по-другому. Все немного по-другому. От капитализма далеко не отошли, можно сказать. Люди тоже прекрасные. Пока что никаких инцессов. Помогают, чем требуется. Как бы все очень хорошо. Хосе я отпустил домой. Вот решил самостоятельно погулять по городу. Кстати, в Каракасе есть свое метро. Вот станция Альтамира. Вовнутрь, правда, я не заходил. Не знаю, как там с убранством обстоят дела. Я на машине передвигаюсь или пешком. Ну вот, как бы так. Парк действительно хорош. А много таких экзотических, необычных деревьев, кустарников. А вот посмотрите, какие алоэ громадные, гигантские. Я представляю, обычно у наших бабушек на подоконниках они раз, ну, я не знаю, раз 50, наверное, меньше. Представьте, такие алоэ на наших подоконниках. Супер. Очень красиво. А здесь, в основном, в этом парке отдыхают каракасцы со своими детьми. Ну, и я решил уединиться в тихом месте от шумного города. Кстати говоря, весь Каракас окружают вот такие вот красивые лесистые горы. Я не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но с какой бы точки Каракаса я бы не снимал, везде вот эти вот красивые горы, лесистые. Мне предлагали завтра съездить туда. Хосе говорит, может быть, наверх съездим, и оттуда видна панорама всего Каракаса. Но я пока не уверен, что хочу туда наверх. Дело в том, что у меня и так на самом верхнем этаже отеля прекрасный вид на весь Каракас. У меня есть терраса, я выхожу, пью чай или кофе и смотрю на Каракас. Особенно это красиво ночью. Поэтому взбираться на такие горы, чтобы посмотреть на Каракас, мне не очень хочется. А? Каково вам? Шикарно, да? Вот и я так думаю. Да, и пользуясь случаем, я бы хотел бы обратиться к блогерам, особенно travel-блогерам, которые постоянно несут чушь ради лайков, ради просмотров, о том, как страшно в Венесуэле, о том, как страшно в Каракасе. Слушайте, люди везде есть и хорошие, и плохие. Я бы не сказал, что здесь в Каракасе страшнее гулять, чем там в любом другом городе мира. Я уж думаю, в любой европейской столице, наверное, больше идиотов найдется, чем в таких городах, как Каракас в Венесуэле или Сан-Педро-Сула в том же Гондурасе. То есть, ну, люди везде разные абсолютно. Для эксперимента я даже давал вот этот вот свой телефон обычным прохожим, молодым людям, подросткам, всяким, абсолютно всяким людям, чтобы меня сфотографировали на фоне там того или иного места. И заодно я хотел проверить, возьмут ли они мой телефон и сбегут или нет. И, естественно, у меня в кармане был запасной мой телефон, самый такой, который я более часто общаюсь. Но тот второй, который я давал меня поснимать, тоже, в принципе, не из дешевых. И вы знаете,
фотографировали и возвращались, и практически все говорили: добро пожаловать в Венесуэлу, когда узнавали, что я иностранец. Так что людей и хороших, и плохих очень много. Не бойтесь приезжать в Венесуэлу. Ну, самое такое туристическое направление — это остров Маргарита. В Каракас мало кто приезжает, в основном на остров Маргарита. Но если у вас будет возможность приезжать в Каракас, вы удивитесь и красоте этого города, и красоте этого народа. Вполне приличные люди. Во всяком случае, наверное, может быть, я сам по себе хороший человек, и мне попадаются только хорошие люди по пути на всем протяжении моих поездок, и тем более здесь, в Венесуэле. Поэтому я с вами делюсь вот этим вот, этими хорошестями. Не бойтесь, приезжайте в Каракас, вам этот город очень понравится. Да и вообще Венесуэла очень красива. Помимо столицы, есть здесь что посмотреть. Здесь замечательная природа, а крупнейший в мире водопад Анхель. До него далеко ехать, но я вам рекомендую добраться до него, если вы будете на Маргарите или в Каракасе. Вот так. А вот я что увидел. Что я увидел? Обратите внимание, что я увидел. Надеюсь, до денацификации Венесуэлы не дойдет. Все-таки Венесуэла одна из немногих дружественных государств России. Уж надеюсь, этого не будет. Кстати говоря, в отличие от Азербайджана, Турции, КНДР, Туркменистана, здесь только в одном месте я увидел портрет Уго Чавеса, ну и президента Мадуро. То есть тут нет как такового культа личности Уго Чавеса. И, как я говорил, здесь население разделено на «за» и «против». И никто никого за это не наказывает. Вот вам уровень. Не скрою, те кадры, которые вы смотрели, вот эти вот несколько минут, я снимал 3 дня. Но не могу же я все снимать, тем более, что я много чего посетил, много где бывал. Сегодня, например, я побывал на мавзолее Уго Чавеса. Ну, симпатичен мне был этот политик, во всяком случае. Вот даже местные жители очень так приветливо отзываются об Уго Чавесе и плохо отзываются так шепотом о нынешнем главе государства Мадуро. Признаюсь, еще раз скажу, Каракас мне очень понравился. Венесуэла красива, Каракас очень красивый. Ну, здесь много мест, где стоит побывать, есть что посмотреть. А к блогерам, прежде всего российским блогерам, русскоязычным блогерам, я хочу сказать вот что. Они часто рассказывают незаслуженно о Венесуэле каких-то там гадостей. Опасная страна, воруют, убивают, под санкциями. Ну, в общем, ужас, что творится. Я не знаю, для чего они это делают, хотя многие из них здесь даже и не бывали. А кто бывал, наверное, понтуется. Вот поэтому это и говорят. Орел и Решка так и вовсе устраивали здесь какие-то театральные сцены. Так вот, я хочу сказать, о Венесуэле, во всяком случае, даже Макдональдс есть. Пепси-кола есть. И все остальное. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Так что не нужно все так загущать краски. Довольно-таки хорошая страна, приветливые люди. Приезжайте, армяне тоже приезжайте. Здесь вас ждут. Те 4000 армян, которые здесь живут. Замечательная молодежь. Дружите, общайтесь. В общем, все хорошо. Ну и до скорого в эфире уже в новой ипостаси. И я вам кое-что в следующем эфире расскажу. Не все было так, конечно, гладко во всем этом
панамериканском путешествии. Я долгое время скрывал, но придется, наверное, рассказать, что со мной было по пути. Я думаю, наверное, это нужно будет вам знать. А может и нет. Посмотрим. Придет время, подумаю, говорить об этом или нет. До скорого.